за проголосовали? Кто за данное решение? Единогласно. Спасибо. В состав нового Совета депутатов войдут 25 человек, 15 депутатов по трем многомандатным округам относительно большинства голосов, еще 10 по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам. Мы приняли решение о назначении выборов на 8 сентября 2019 года, где будет избираться первый Совет депутатов городского округа Щелково. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в бюджет на 2019 год. Так, доходы и расходы на плановый период увеличены почти на 2 миллиарда рублей. Также решено принять на территории городского округа систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Единый налог на вмененный доход, он означает, что эти организации не будут уплачивать налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество и часть взносы государственные внебюджетные фонды. Кроме этого, теперь утвержден порядок удержания в суде денежных средств должностного лица или руководителя. Это положение позволяет, если вдруг какое-то должностное лицо, к примеру, там, или руководитель, в результате его действий наступило по суду доказанное финансовое ухудшение, то в принципе вправе главный распределитель бюджетных средств провести работу и с данного должностного лица эти деньги удержать. Схема избирательных округов утверждена, и в скором времени она будет опубликована в официальных источниках. И теперь каждый сможет выполнить свой гражданский долг 8 сентября. Екатерина Сусенко, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».